Созданный в 1958 году в честь франко-румынского композитора Джорджа Енеску, фестиваль сегодня считается одним из главных событий в мире классической музыки. В течение месяца в крупнейших концертных залах Бухареста выступят более 3500 музыкантов и около 50 оркестров из 16 стран. Открывали бал филармонический оркестр имени Джорджа Енеску и Готье Капюсон, один из величайших виолончелистов-виртуозов. Дирижировал художественный директор фестиваля Кристиан Мичеларо. Они исполнили румынскую рапсодию Джорджа Енеску, сюиту из оперы Рихарда Штрауса «Кавалер розы» и концерт «Си-минор» Антонина Дворжика. Интервью с Готье Капюсоном смотрите на канале Евроньюс в программе «Культ». Le festival Georges Enescu est devenu au fil des ans un rendez-vous incontournable sur la carte européenne et mondiale des grands festivals de musique classique. Une reconnaissance internationale pour la Roumanie qui va accueillir jusqu'à fin septembre les plus grands solistes et orchestres du monde. À Bucarest, Frédéric Ponsard pour Euronews.